Кота он пахнет. Прям вот особенно вечером похож, прям ощутимый. Всем привет. Смотрите, какая милота. Боже мой, такие маленькие, изящные, красивые цветочки. И они должны пахнуть. Так, сейчас я посмотрю. Вообще цену я уже спрашивала. Цена 700 рублей. Это вот я поставлю пальчик. Вот видите, какие маленькие. Это крайне редко к нам приходит такая красотка на завозах. Единственный раз, наверное, видела в Булл-центре, и все. Цвета всевозможные. Кто хочет такую редкость, приезжайте. Они стоят в обе. Очень красивая витрина. У меня телефон теряется, не знает, что показать. На чем сфокусироваться. Так, ну и вот сюда. Все по коробочкам, видите, расставлено. Очень красивая витрина сегодня. Обожаю снимать, когда без целлофана. Смотрите. У меня такой цветет, не переставая. Он отцветает и опять дал цветоносы. Даже два у меня дал цветоносы. Так что, кому нравится, покупайте, не пожалеете. Очень просто в уходе вот этот темный. Не знаю, то ли даже купить, что ли. Я сегодня вообще-то лимит покупок уже выполнила. Купила две орхидеи. Сильно высветляет камера, вообще они прям темные, темные-притемные. Одну ванду у нас стало меньше. Купили ярко-розовую, может, помните, прям такая была цвета фуксии. Ее забрали, купил мужчина. Какой-то амичке повезло. Я чувствую, сегодня видео сильно затяну. Мне все нравится. Посмотрите, сейчас сниму, покажу. Вот так паучки. Вот так. Закручены на дуге.
кто-то катит тележку, перебивает звук. Я так понимаю, это Тетерев. Звук. Его голос. Вот, вся тележка успокоилась. Сегодня орхидеи от GMP я не вижу, поэтому название не знаю. Вот много красивых орхидей, но название у них я не знаю, к сожалению. Смотрите, какая коричневая. Орхидей много, но сегодня все-таки короли у нас не фаленопсисы. Паучки идут сразу с кашпо. Там горшочек я приподняла, но ого, цена солидная, конечно, но красиво. Паучки на дуге. И покажу, у нас есть еще леодора. Продается еще? Можно в
Так активно у нас выбирают Лена с Галей там орхидеи. Я вам сейчас покажу пока мультифлоры. У нас дилемма: купить бабочку, не бабочку, точнее майя, или не купить. Шикарная. Решаем тут на совете. Сейчас я вам ее и покажу. Вот она. Была бы она бабочка, вообще бы не возникало вопроса, купить ее или не купить. Вчера мне Алена прислала орхидею, птичку черную. Вот посмотрите. Почти птичка, почти черная, и с шикарными корнями. Цветоноса у нее 3. Очень красивая орхидея. Я вот такую, мне кажется, не помню, чтоб нам привозили. Сразу видно, что был завоз. Видно по бутонам, по состоянию орхидей. Я сегодня купила себе хот-кис. Купила Лас-Вегас, поэтому равнодушно, спокойно могу снимать, показывать вам все, что есть у нас интересного. Как всегда, одну орхидею снимаю, вторую приглядываю. Я увидела очень красивую орхидею. Сейчас я вам ее покажу. Крайне редко в последнее время нам их привозят. Это красотка панда. Не могу сейчас вспомнить, но кто-то из наших хомячей ее очень-очень сильно хочет. Я уже думала блокнот записывать. Из комментариев все пожелания. Вот такая цена. Корней много, но видите, 2 цветоноса и ответвления. Она более яркая, более салатовая, чем показывает у меня ее телефон. Ну вот тоже видите, сколько бутонов везде. Как же не показать вот эту красоту? Очень высоко стоят цимбы. Тянусь, аж руки трясутся. Смотрите, какой куст. Он просто огромный. Так, и что-то я еще присмотрела. Вот, посмотрите, орхидея тоже интересная.
бутоны краб всегда немножко умиляют. Вот такие вот крапушки. Где-то много красок, где-то меньше. Каждый цветочек индивидуален в окраске. И обязательно сходим на оценку. Обязательно. Я точно знаю, что там есть что показать.